забыл рассказать, вспомнил только что. Мне бабка говорит: сынок, мастушка ржавая, никто не забирает ее, никому она не нужна. Я говорю: да как никому? Вон сейчас металл в цене, даже ржавый принимают. Ржавый не принимают, ты что? Она никому не нужна, никто не хочет ее забирать. Хотя она сама ходит по этой мастушке постоянно, каждый день, когда кто-то приходит за травой, она прям выбегает и говорит: мне для коровы трава нужна. Хотя какая корова, блин, 80 лет, бабка одна живет. Как она сказала там: дед меня закопался. Это вообще надо было такое сказать: дед закопался. Пипец, бабка, блин. И мне такое чувство, что она просто решила меня подколоть. У него такое хорошее чувство юмора, просто безупречное. Хоть она всерьез это говорила, что у нее дед закопался. Пипец, мне закопался. Вот он мог закопаться, блин. Это вообще. Ну так в чем суть-то? Мастушка-то никому не нужна, ржавая. Она там немножко утопилась. В итоге приезжаю, травки еще накосить там по соседству. Жена говорит: там ветками кто-то накидал. Пипец. То есть бабка специально накидала ветки, чтобы никто не видел мастушку. Потому что она, ляпнув, не подумала, что ее кто-то украдет. Так что с такими бабками лучше вообще не иметь дел, я так думаю. Потому что когда я с женой косил траву, я что-то смотрю, бабка идет. Это же бабка. Я такой: ну сейчас будет. Я триммер заглушил, пошел там помогать собирать. Смотрю, и бабки след простыл. Ох, друзья. Вот приходишь ты траву косить, она заросла таким, ну, приличным бурьяном. И найдется какая-нибудь падла, которая скажет: это моя трава, я тут кошу. Вот хочется прям, правда, треснуть, как бы, ну, постоянно... Не хочу ругаться, как бы, с этими соседями, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Там проблемы будут. Все-таки они, блин, рядом живут, дети еще, не, скотина. Поэтому, блин, залезут, тогда прикончу их, а так херсть, пусть живут пока. Так что, друзья, давайте всем удачи, как говорится, счастья, успеха и всем крепкого здоровья и благополучия. Всем до связи, пока.